Когда хочется кушать, но не хочется тратить много времени, предлагаю нарубать за 5 минут простенький салатик. Для этого у нас есть немножко лука. Лучок мы режем меленько, потому что когда мы его режем меленько, он лучше отдает сок и дает более полный вкус. Сюда же добавляем чесночка. Чесночок режем опять же меленько, с той же целью. Вот. Все это собирается вот так вот ножом. Это очень удобно. Дальше делаем редис. Режем его не мелко, но так, кубиками примерно 4-5 миллиметров. Вот. Когда режете, главное следить за пальцами, потому что большие острые ножи легко пальцы могут оттяпать. Дальше у нас огурчик. Огурчик режем, как обычно. Первым делом мы внешние части режем. Складываем, равняем ножом, так удобнее. И также кубиками режем. То же самое с огурцом. Раз, два. Опять же, все это собираем ножом. Дальше приходит время пекинской капусты. Нарезали, взяли аккуратненько пальчиками, выкинули остатки. Прошу заметить, когда вы собираете что-то по досточке, лучше пользоваться тупой стороной ножа, то есть его обухом. Вот. Теперь у нас на очереди помидор. Бороться с частью там, где заходил стебель, я предпочитаю вот таким образом. Углубляю нож и проворачиваю помидор. Провернул, выкинул. Все просто. Теперь режем помидор на части. И я предпочитаю сначала верхние части пустить в работу, а потом заниматься остальными, потому что это уже легче. Тоже делаем кубики примерно сантиметровой стороны. Вот, теперь все это опять собрали и сбросили в салат. Теперь, когда у нас салат практически готов, мы добавляем сюда остальные ингредиенты. Первым делом мы солим салат. Солить нужно его достаточно хорошо, потому что соль впитывается овощами, и добавим немножечко всяких специй. Вот, теперь перемешиваем салат. Я когда перемешиваю салат,
Вот, я немножко наклоняю миску, чтобы ничего не вываливалось. Вот. Смотрите, у меня небольшая порция салата, потому что я готовлю его на одного человека. Так, в принципе, можно готовить салат из расчета один огурец, один помидор и немножко лука на одного человека. Вот, когда салат перемешан, мы добавляем сюда сыр фета. Для одного человека хватает 50 грамм с головой. Опять же, этот сыр мы режем на небольшие кубики. На небольшие кубики. Это мы делаем следующим образом. Мы распускаем на пластинки, потом делаем брусочки. И все это измельчаем на кубики. Все то же самое проделываем с остальной частью. Сыр, конечно, крошится, но в данном случае это уже не критично. Так, и опять же, собираем его и добавляем в салат. Сыр добавит нам своего аромата и свои вкусовые нотки. Вот, теперь, когда у нас все готово, мы добавляем последний ингредиент, но от этого не менее важный. Оливковое масло. Ребята, это не реклама, но вот Иберика мне нравится больше, чем другие масла. Я пробовал одно, пробовал второе. И еще, если вам видно, у меня здесь в бутылке есть розмарин, есть кусочек острого перца и немножечко чеснока. Масло, когда настаивается, оно приобретает неповторимый аромат. Но это уже индивидуально. Вот. На одну порцию салата я обычно делаю 2 полные ложки масла. Одно и второе. Масло убираем. Перемешиваем салат. И неплохой завтрак готов. Удачи!